Pipis. Пипец, как мне сейчас реально стало не по себе. Фу, друзья, я не знаю, как теперь туда заходить. Гев замолчал. А там шум. Слышите? Гармонь. Просто мне реально стало там очень-очень не по себе. Я не знаю, это не из-за страха, а то, что, может быть, вот вся вот эта энергетика влияет. Ну, мне просто, реально, мне по всему телу мурашки пошли. Теперь не знаю, как туда зайти. Но заходить надо. Сейчас все-таки попробую. Давит. Что делать, а? Сейчас, сейчас, друзья, надо ЭГФ мне срочно сюда перенести, в эту комнату. Те, кто здесь находится, вы можете мне ответить? Те, кто здесь находится, вы можете мне ответить?
Те, кто здесь находится, ответьте мне. Те, кто здесь находится, ответьте мне. Почему мне нужно уйти? Мешаешь. У меня к вам вопрос. Под этим домом есть захоронение? Что вас держит в нашем мире? Пипец. Осквернили. Кто и чем вас осквернил? Кто вас осквернил? Вы имеете в виду, на этом месте нельзя было строить этот дом? Да. Пипец, я просто не могу. А вы когда можете покинуть этот мир? Мне никогда не было так жутко. Вы когда можете покинуть этот мир? Нет. В смысле? Все остаются. Все это кто? Все это кто?
Все это кто? То есть, когда мы умираем, мы остаемся в этом мире. Ничего себе.